Здравствуйте! Вас приветствует супермаркет «Семян» и наш сюжет «Антифейк. Стоп подделкам». Сегодня мы расскажем вам о новой упаковке компании «Рейк-Цван» и капусте «Лема». Прошу обратить внимание, вот оранжевые упаковки – это упаковки со старым дизайном «Рейк-Цван». Вот эта упаковка, новый дизайн Рейк-Цвана, упаковки начали поступать с этим дизайном с осени 2015 года. И эти упаковки, и эти являются оригинальными. Сейчас я вскрою упаковку, и мы посмотрим на семена капусты Рейк-Цван Лема. Но прежде всего хочу вам рассказать о этом гибриде. Здесь 2500 семян. Это белокочанная капуста. На упаковке нанесен девиз Рейк-Цвана, логотип. На обратной стороне мы видим информацию: масса 1000 семян, гибрид, название капусты и название культуры, чем обработана, номер партии и адрес производителя. Также наклейка с голограммой. Сейчас я вскрою упаковку, и мы посмотрим на семена. Пакет сделан из плотного триплекса. Как мы видим, семена обработаны и окрашены в фирменный цвет, зеленый с перламутром, цвет Рейк-Цвана. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет «Семян». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.